Пилим последнюю серию сегодня. Так, здесь у нас клад. Зайдись. Нихуя не трав, ничего нету, блядь, тут. Так, в эту сторону вроде, да? Последняя гробница, пойдите, ёпта. Надо ее сегодня добить. Так, ладно. Так, здесь артефакт. Кажется, это примитивная фигурка, изображающая человека. Отлично. У нас тут ничего нету. Заебок. Там вроде тайник съел, еще видел. Так, а тут что есть? Можно залезть? Тут нихуя нету, ладно. Где-то тут, вот он. В смысле, блядь? А, вот здесь. Что это было, блядь? Ты слышал? Ой, только не эти, блядь, только не они, сука, ну их нахуй. Город силен своими жителями и полями. Отныне мы властвуем над водой и больше не зависим от непредсказуемых дождей. Только не вот эти гоблины, которые, блядь, были. Ну их нахуй. Все, она звук услышала, огнестрел взяла. Молодец, молодец, молодец. Вот это я люблю эту телочку. Просто люблю, блядь. То, что она реально молодец, нахуй. Так, ну базовый лагерь. Заебись. Нихуя, что у меня есть. А откуда я это взял, блядь? Тогда прокачаем. Блядь, подсумок дробовиковский бы, блядь, денег найти, сука. Так, вот здесь этот клад есть опять.
Все, да? Исправный акведук Майя. Может, я смогу туда залезть? Блять, так это территория этих пидорасов, блять. Блять, серьезно? Да ну нахуй. Походу, серия будет потная, блять. Я так понял. Патрон не тратит, и они очень нужные, блядь. Мах, чему я должен? Сама я его не открою. А как его открыть? Ага. Может, его двинуть надо, да? Куда? Сюда, наверное. Ну ладно. Так, а это колесо, оно мне это. Воду, да, спустит? Нихуя себе, я сам допёр, блядь. Да я красавчик. Сейчас надо дробовик вытащить, а то мне кажется, сейчас будет что-то страшное, блядь. По-любому, блядь. Блядь, а ведь завтра, наверное, синод будем шарить, блядь. Стопудов, блядь. В синоте там эти пидоры бегают, блядь. Надо будет патроны закупать. Ой, блядь, там голда была, ёбаный в рот. Блядь. Не увидел, не увидел. Вот они, братики. О, черт. Пошел нахуй. Все кончились. Бля, голду проебал, сука. Повылезали, сука, мрази ебаные, блядь, они. Тут на меня, блядь. Чмошники, сука. Я, блядь, всем дам, блядь, пидора, блядь, как они будут на меня, пидора. Пасть разовывать, блядь. Пойдем голду заберем, я не могу без голды, блядь. Ну а чё ты?
Че ты не вынаешь тебя? А, блядь, мне надо сюда его надо дергать, слышь. Я понял, мне сюда надо дергать эту хуйню, потому что я уже сквозной ход-то открыл, в принципе. Мне надо теперь этот ебаный плот на ту сторону перетягивать, я понял, все. Сейчас сделаем. Изи, блядь. Куда его? Может, сюда? Пойдет. Сука, ебать они пиздец, ну куда я гляну поближе? Блять, а как? Блять, я не помню, на какой приближаться, блядь. Ага. Он сам меня сюда тащит. Патроны видишь? Значит, сейчас будет бойня, нахуй. Это же логично, блядь. О, товарищи, здорово. Еблет. Душу. Пошел нахуй. Не попал. Где еще, блядь? Пидорасы, блядь. Ай, блядь, нихуя. Все. Я нихуя пистолет прокачал. Хорошо, что хоть дробышные патроны подкинули, блядь. Может, водяное колесо что-то подтянет? А что оно подтянет? Да, попробуем дерну. Больше это не используешь. Такс.
Не, подожди, не так. О, пусть станет. Еще не все. Никак не уймутся. Хедшот, нахуй. Хорош. Теперь я смогу забраться повыше. Да. А как? Блядство какое, сука. Дерьмо ебаное, да? Называется дерьмо, блядь. Крути туда, нахуй. Так, допустим, смотри. Давай, давай, давай. Давай, сучка. Опа, успел, блядь. Фу. Хорош. Все, да? А и чё? Все, гробница открыта. Знаю, кто это, но это большая честь покоиться здесь. Увеличиваю шанс сбить врагов с ног рукопашными. А хуй тут, блядь, аборигены только в основном нападают, блядь. Шо, а где выход-то? Тоже хуёво, что недоступен переход. Давай, дробыш, возьмем, мне с ним спокойнее. Все, значит, угрозы нет, если оружие прячется, ебись. Где-то спуститься-то, блядь, а вот. Все, гробницы все прошли, да? Да, все. 75%. Значит, завтра должны добить... Пойдите. Бля, как выйти отсюда теперь, блядь? А? Чёрт ёбаный. Понял.
Заебись, эта гробница была несложная, блядь, кстати. Легенькая была. С зеркалами было потруднее, блядь. В смысле? А, вот дырка. Так я там все зашмонал, да? Да, там нихуя нет. Че, сейчас пойдем эту курицу тогда спасать. А завтра этого будем из тюрьмы вытаскивать. Хакан или кто он такой же был, блядь. Все. Не пройти, да? Извини, сюда нельзя. Ну понятно. Кто бы сомневался, нет, блядь. Ничего не могу взять. Тогда я своим путем народным этот легеньким, блядь. Так, сейчас еще один разбег и готовимся прыгать. В смысле ты не допрыгнул? Ты ебанулась? Я хуею. Вот дырка, блядь. Ну, нормально. Отсюда начинает хорошо. Бля, сегодня сколько мы прошли? 3 гробницы, блядь. Бля, будут 3, да? 3 штуки, блядь. Да, я, короче, надо чуть повыше, блядь. Да, 3 штуки. Одна с этой хуйней скрутящейся, другая с зеркалами, третья... 4 даже? Нет, 3, по-моему. 3, да-да-да, 3. Это хороший результат. Еще один склеп ебанули вроде. Или даже 2 склепа, я не помню. По-моему, 2. Сегодня мы нормально раскинулись. Спасибо. Повезло. Конечно. Ты, это ж ты, хули тебе не повезет-то, блядь. Куда дальше-то? Раскачимся. Да ну нахуй, серьезно. Блять. Да ну, блять, опять отсюда? Да ну нахуй. Вы че, ебанутые? Сучки, блять, издеваются он давно, пидоры, нахуй. Урки ебаные, сука. Пидорасы, блять. Ну ладно. Так я что-то не понял, ты что, длинный типа, блядь? Повезло. Налепленная типа или что это? Спасибо.
Begin walt in buya guabash te tankabo. Hetz paasho katukultik. Хуй вы меня увидите. Это мое? Так, подожди, там что было? Подожди, ну-ка. Я думал, там этот... Как его? Так, фреска, блядь. Это Кецалькоатль, крылатый змей. Ацтеки поклонялись ему как силе природы, считали его повелителем ветра и дождя. Когда он приходил в ярость, ветра и дожди становились предельно сильными и очищали землю и небеса. В связи с этим он также считал, с открытой крышкой вообще ком не греется. По одной из легенд, он напился и переспал с собственной сестрой, а чтобы искупить свой позор, поджег себя. Затем его прах поднялся в небо, и Кецалькоатль стал также богом света. Да, инцест – дело семейное. Ох ты, блядь. Ох ты, блядь, нихуя. Тут же рюкзак есть, ну-ка нахуй, я его не пропущу, нихуя, нет. Нет. Это мое. Ага. Хуя, тут еще два склепа нарисовалось. Так, а тут что? Не, куда? А, это склеп. Давай склеп тогда зашарим, наверное, да? А к этому, а к этой пизде завтра пойдем туда. Пусть реки загробного мира всегда будут спокойными, а челн Утуранки прочным и надежным. Пойдем к склепу, нахуй. Едва видно. Надеюсь, оно вообще есть. Хуй его знает. На такой вопрос ответить я не могу. Как не видно? Вот дно, ёпта, что ты меня наебываешь? Говорит, дна не видно. Понял. Ёбана. Наверное, эта пещера появилась благодаря подземной реке. Давай, лезь в дырку, нахуй. Хуя тут нету, блядь, пожитков никаких. Пока что, кроме одной вазочки. Наверху что-то вырезано. Сейчас поднимемся, посмотрим. Ой, блядь, опять верховные вот эти лазы, блядь. Пошли нахуй. Ладно, шутка. Сейчас доберемся. Куда дальше-то? О,
Блять, а куда дальше? Ну и нахуй сюда. А, понял. Спасибо тебе, киса, ты, блядь. А что надо было сильнее рассказать? Это скользко просто, пиздец. Значит, доберемся. Давай, дальше. Дальше. Все, я не буду, не хочу, блядь. Заебал. По ту сторону что-то есть. Конечно, есть, а что ты просто так, что ли, блядь? Неправильно. Давай, захлебнемся с тобой. Стой больше, нахуй, на то место. Может, ты пойдешь? Заебало, блядь. Что это, блядь, блестит? Я думаю, телефон чей-то. Вот он. Релит боевой релит чума. Дает ладья защиту в ближнем бою. Все. А, тайничок, смотри, есть. А где? Ебать, на дне, что ли? Ебать, а какая? Да, заберем. Тут у нас не выбраться никак, да? Только через вниз. Так, воздух. Дальше. В смысле? А, вот дырка. Ебать, я сначала не увидел, но... Заебись. Че, давай доберемся, день сейф словим и все, надо. Ну или в следующей серии, наверное, продолжим. Я, короче, серию продолжим, похуй. Всем спасибо, всем пока, завтра продолжим.